Тем временем на востоке Украины громкое перемирие. Сегодня на Донбасс приехала евроделегация, и боевики активные атаки прекратили, но провокации продолжают. К примеру, напали на представителей миссии ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой. Наш Геннадий Вивденко всю неделю провел на передовой. Он побывал в Донецкой, в Луганской областях. Как же выглядит затишье на войне? Смотрите далее. Вы сейчас чуете, это был разрыв? Was it shelling? Most likely, yes. Можливо, так. Вот так проходит брифинг главы спецмониторинга ОБСЕ Александра Хуга. Он заметно рассержен, ведь за несколько километров отсюда, в Ясиноватой, в его подопечных за день до этого стреляли и пытались выбить окна в машине миссии. Мы резко осуждаем какие-либо действия, препятствующие нашей работе, атаки на нас. Мы обращаемся к тем, кто контролирует те территории, с призывом найти нарушителей, чтобы эти люди понесли ответственность. Боевики эпизодично продолжают накрывать огнем и мирные кварталы, и международных представителей. В этот раз миссия ОБСЕ приехала в Авдеевку. Город живет без газа. Сейчас там хотят возобновить инфраструктуру, но под обстрелами сделать это сложно. Не дают режиму тиши. Думаю, 2 месяца, и мы завершим газификацию Авдіївки, и электроэнергию уже с контролированной территории подвели, газ подводим. Сейчас работаем над тем, чтобы сделать достаточно много бювитов, для того, чтобы люди, в випадку чего, мали в том числе и воду. К нам? Вообще видимо, что. Нихрена себе. Давайте, подойдем. А как же ОБСЕ? А как же ОБСЕ? Ну, они же ожидают, что сейчас откроется ответ. Только что открыли огонь по передовым позициям украинских войск на шахте «Бутовка». Видите, дым явно какой-то очень крупный калибр. Оккупанты стреляют из запрещенных калибров. Это шахта «Бутовка» в нескольких километрах от Авдеевки в момент встречи с ОБСЕ. На передовой уверены, боевики специально провоцируют, чтобы дискредитировать украинскую сторону. И такая ситуация по всей линии разграничения от Мариуполя до станицы Луганской. Противник уже в километре отсюда, вот там дальше оккупированные поселки, равнина. Военные называют это тонкоопасным направлением. Вот почему так важно занять возвышенность для того, чтобы контролировать здесь ситуацию. А это уже Луганская область, район Бахмутской трассы. На днях тут были бои за поселок Желобок. Погибли 26 боевиков, в основном из России. Наши бойцы атаки отбили и закрепились на господствующих высотах. Позиции у нас тоже, как видели, асфальт немного покорежило. Тоже прилеты были. Видите, как они действуют. Они тактика неожиданности. То есть сначала молчат где-то 2-3 недели, а потом могут резко, ну, уже на расслабившихся наших бойцов отработать. Пока противник снизил активность. На Светодарской дуге лишь единичные обстрелы. Военные, они расслабляются, но у них появилось время немного отдохнуть. Командир читает. От места солнца Томмазо Кампанелло тут. Этот еще Мор, Томас Мор тоже. Такая утопия. Ну, философски интересно, что по линии, яка держава там має бути. Надыхая. Надыхая. Возможно, боевики снизили активность из-за них. Европейских гостей. Сегодня на практически передовую приехали 3 посла и 2 евродепутата. Очень важно оценить ситуацию на территории конфликта. Наше присутствие – это солидарность с людьми, которые здесь живут, и теми, кто защищает страну. Противостояние российской агрессии – это не шутка. Не каждая страна может взять на себя такой вызов. Евроделегация сейчас в Майорске, потом едет в Авдеевку, чтобы проверить, как используют помощь Евросоюза и что нужно еще. Мы приехали посмотреть на условия, в которых находятся люди и с той, и с другой стороны, как пересекают эту линию разграничения. Хотим увидеть, как это все организовано, как действует здесь миссия ООН. А пока европейские гости осматривают контрольный пункт, люди пользуются временным затишьем. 2 пожилые женщины из оккупированного Кировского едут в Бахмут за пенсией, едой и лекарствами. Не стреляют, ну правильно. Ну да, пока. Все вроде бы тихо. Хотелось, чтобы было тихо. Идем. Ну извините, до свидания. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности недели. Телеканал «Интер» из Донецкой и Луганской областей.